Всем привет, с вами МГ-17. Сегодня будем продолжать проходить современные дни без апгрейдженных растений. И первый день — это 38-й день. А тут нам не надо дать зомби пересечь линию с цветочками. Так, самую проблему нам тут оставят вот эти зомби с динамитом. Поэтому нам надо поставить туда, например, орехи, чтобы они их пока грызли. Так, ну что еще? Так, да, возьмем самые простые какие-нибудь растения, не замороченные. Так, можно взять еще колючки. Колючки, помбу вишневую. Так, горохострелы. Ну и, наверное, все-таки надо подсолнухи посадить. Иначе может не хватить солнышек. А так, надеюсь, хватит. Ну, сейчас посмотрим. Так, солнышки. Золотоцвет. Так, и орехи. Ладно, пусть пока орехи стоят прямо там. Так, вот пошли первые зомби. Так. Ну, пока, конечно, все без каких-либо проблем. Ага. Вот уже второй зомби там в ведре идет. Так. Тут главное, в общем-то, только успевать садить растения. Я не думаю, что этот уровень вообще какой-то будет сложный для прохождения. Обычный самый уровень. Так, теперь надо будет засаживать вот эту линию, чтобы те зомби... А, тут еще вот эти динозавры же есть. Так, взорвем. Садим орех. Так, так вот, динозавры, они же нам обязательно зомби закинут. Так, почему тут горохострелок нет? Так. Ну, орехи, давайте быстрее перезаряжайтесь. Так. Ты не жри-ка мой орех, давай. Так, и остался последний орех. Так, все. Теперь главное только горохострелы садить. Да и все, в общем-то. Сейчас, кстати, один орех взорвется и уничтожит всех зомби там. Так, вот. Это случилось. Ну и все. Все орехи опять закрыли эту линию. И нам ни один зомби там не будет страшен. Так, вот этого зомби нам взорвать. Так. Ну и... Так, давай тебе вот орех дадим. Так. Еще один футболист бежит. На тебе колючки. Эх, все-таки вышиб мой этот горохострел. Кстати, я что-то упустил момент, когда у меня подсолнухи куда девались. Их кто-то сожрал, что ли? Как так вышло вообще? Что-то я это не понял. Ладно, потом на записи посмотрю. Пока я просто в недоумении. Что такое произошло? Так, держите колонну. Так, держите колонну. Так, все, всех повзрывали. Так, на тебе орех. Ну и остался буквально последний зомби. А, он все. Он не остался. Итак, уровень пройден. Все отлично. Сейчас попробуем, что же там на следующем уровне.
Итак, это 39-й день, и сначала давайте пройдем его с обычными растениями. С одним получается платным. Это вот взрывной орех, остальные вообще все бесплатные растения. Так. Ну, для начала, естественно, подсолнухи. Так. Нет, арбуз потом. Сначала надо подсолнухи все-таки. А потом все остальное. Так, нам надо много подсолнухов. Так, минами заодно взорвем еще и могилки эти. Так, а вот интересно, ты у нас будешь могилки ломать? Не, не будешь. Жалко. Ну ладно, обойдемся без тебя. Так. Мины, мины, орехи. Так. Еще орехи. Все-таки уже есть какая-то привычка к этим апгрейженным растениям. Они все-таки перезаряжаются быстро, и это очень расслабляет. После этого смотришь на неапгрейженные растения, уже все такое медленное, все уже как-то не так. Сложнее проходить получается, когда уже привык к легким прохождениям. Ну ничего, сейчас пройдем. Так. Тут самая главная сложность, это вот как раз в Гаргантюа. Ну, сейчас он идет по четвертому ряду, и это как бы не страшно. Я это все. Но вот когда он, когда они идут по первому, третьему и пятому рядам, и вот они вот этих чертят, закидывают как раз вот на эти растения, которые надо не дать, чтобы сожрали. И в итоге получается, что они их жрут. И их надо как-то очень быстро нейтрализовать. Ну, я решил это сделать. Ну, покажу потом как. Надеюсь, у меня получится. То есть я уже прошел этот уровень, и у меня вот Гаргантюа этого чертенка закинул, и он сожрал растение. Вот так вот. То есть с первого раза у меня пройти не получилось. Вот такое вот бывает. Вообще есть много уровней, которые я вот не смог пройти, например, с первого раза. Было такое. А, например, Гаргантюа, ой, Зомбоса, который Neon Mixtape Tour, как я проходил, ну, несколько раз. Просто не мог пройти и все. Ни в какую. Так. Вот с Гаргантюа разобрались. Так. Еще один остался. А все уже, его тоже разнесло. Так. Летающие, летающие. Давайте так, что ли, с вами разберемся. Так как я хотел разобраться с Гаргантюа, у меня что-то не получится, походу, уже. Придется делать как-то по-другому. А, ну вот тут вот я могу посадить тебя.
остался верхний ряд. Что же делать? Так, вот как раз. Ну все, ладно, с этим малышом разобрались. Так, ну вот сейчас Гарганчо опять кидает. Придется сделать так. Так, ты давай. Так. Один взрыв есть. Блин. Что ж делать-то? Давай арбуз тебя так сделаем. Так. Ты давай. Фигач по ореху. Так. И вот. Гарганчуа уже практически дошел. Ему осталось всего один удар. И он, наверное, у меня... Что же делать-то с тобой? Блин. Так, ну вот. Все, 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 все. Я его взорвал. Ну ладно, все нормально. Уровень пройден. Так вот. Чтобы не было таких проблем с чертятами, я думаю, все-таки надо попробовать пройти этот уровень с взрывными растениями. Вот, взрывные растения выбраны. Давайте попробуем теперь пройти с ними. Я думаю, все-таки это будет гораздо проще. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Хотя, по сути, все то же самое. Орехи, мины. Ну, разве что нету арбузов. Но, опять же, например, не надо садить подсолнухи. И это все очень сильно упрощает. Так, вот пошли зомби, побольше уже теперь. Ну, нате, жрите, что ли. Так, надо побольше мин насадить. И вообще, надо их взорвать уже. Пусть они пока орехи не едят. Пусть орехи останутся погрызенные. Так, давайте уберем пока. Так, вот следующая волна идет. Ну, тут только один зомби. Был страшный, и то его вот уже уничтожил я. Так, зомби с газеткой, на тебе. Так, хотя вот, давайте-ка я вас так. Так, все, разобрались. Сейчас вот пошел уже Гарганчуа первый. Так. Вас всех вот так вот взорвать. Тебя зажарить. Ты еще не зажарился, что ли? На-ка ты. Так. Так, так, так. Ну ладно, все нормально. Все получили по заслугам. И сейчас вот пошла уже следующая волна. Как видите, все хорошо. Зомби вообще не осталось. Так, ага, вот и пошел Гарганчуа снова. Кстати, прикольно, когда ты даешь Гарганчуа этот орех, и все зомби вокруг, они тоже так бац, и их нету. Так. Что ж с вами делать-то, зомбики? Ну, держите орешку. Ну, осталось, получается, вот следующая волна с кучей Гарганчуа, и все. Вот они пошли уже. Так. Держи. Держи.
держи. Держи. Так. И все. Уровень пройден. Как видите, таким способом все гораздо проще проходить. При этом еще осталось 1175 солнышек. И на них еще можно купить, ой, как много растений. Вот так вот. Ну, а теперь давайте следующий, 40-й уровень. Так, тут нам что-то Дэйв с Пенни рассказывают. Так. Опять же, прибегну-ка я к своей любимой взрывной тактике. Ну, я думаю, конечно, можно пройти другим способом, но это же все гораздо дольше. Но если вам интересно каким-то другим способом пройти, напишите мне. Или вы, допустим, как-то проходили, но у вас никак не получается. Попробую пройти по-другому. Итак, зомби, где же вы? Ага, вот и первый появился. А за ним второй идет. И сейчас будет бабац. Ух ты ж, блин. Тут эти вон зомби с факелами. Но с ними вот так вот легко можно расправиться. Так. Нет, давайте-ка вас не будем пускать туда так далеко. А остановим где-нибудь здесь вот. И... Чё-то как-то никого нету. Чё-то как-то медленно идут. Ага, вот. Пошел Гаргантюа. На тебе орех. Так. Ага, зомби с факелами. Быстренько вас вот так вот уничтожим. А, теперь... Что же делать с вами? Давайте вот так вот сделаем. А вас взорвем вот так всех. А вас вот так вот. Блин, зря посадил. Как нехорошо получилось. Зря потратил перец. Я думаю, сейчас растение все-таки уже перезарядится, да. И мы всех зомби. Гаргантюа даже это... Ни докуда не успел дойти. Не пришлось ничего с ним делать, он сам. Так. Ты давай-ка гори. Вы давайте ешьте орехи. А вы вишню. Так. Ну, пока все нормально. Так, вот зомби... С газеткой на орешек жри. Так. Давайте вас всех по-быстренькому взорвем. Так. Тебя давай-ка тоже. Накормим перцем. Тебе дадим орех. Тебе гранат. А тебе вишню. Так, и осталось два гаргантюа. И, кстати, куча улучшалок. Поэтому мы сейчас сделаем вот так вот. И это все. Нет, походу еще не все. Ну на тебе. Кушай давай. Что-то долго. Так, тогда сделаем так вот. И вот так вот. И надеюсь, это все. Блин, опять не все. Да что ж такое? На тебе перец тогда. И это все. И
И да, это похоже, что все, да. Уровень пройден. Так. Взрывная тактика сработала отлично. 350 солнышек осталось. Зомби не прошли. С вами был МГ-17. Всем удачи, всем счастливо!